приобрел на AliExpress вот такие солнечные панели. Панели пришли просто упакованные, значит, в пленочку такую, то есть она была прокладка между ними. Сделаны они на фольгированном текстолите. Да, действительно фольгированы, тут дорожки, значит, вот эти вот панельками набрано все, закрыта пленочка. Приходят они, значит, вот две штучки, вот так сложенные, упакованные в коробочку. В общем-то, дошли хорошо, ничего не сломалось, значит. Снабжены они кабелем 2 на 0,75, приблизительно, наверное, помечена, значит, полярность плюс-минус, приложен диодик. Диод, видимо, предназначен для использования напрямую, при заряде напрямую аккумулятора, чтобы, значит, обратный ток не попадал в батареи. Вот такие две панельки. На конце, значит, кабели, они снабжены крокодилами, разъемчиками. Так вот аккуратно все сделано. Вот. И контроллер. Контроллер, значит, приобретен отдельно. Значит, максимально у него 3 ампера, зарядно-разрядный ток. Размер панели габаритный, значит, 380 миллиметров на 220 миллиметров. Вот подобрать кейсик какой-то, корпус, чтобы их туда разместить. Вот собираюсь, значит, сделать портативную электростанцию солнечную зарядную.